Больше праздников в крепости. В этом году горожан и гостей города ждет новая фестивальная феерия. В программе 23 мероприятия. Начнется все с первомайского пикника. Так как Первомай совпал с православными пасхальными родительскими днями, дату первого фестиваля сместят с 1 на 3 мая. Место встречи прежнее – парк Невского, начало в 15:00. Концертная программа, спортивные эстафеты и конкурсы, плюс ароматный шашлык. Но чем не маевка? Весело, здорово и всей семьей. Так будут отмечать первомайские праздники в парке Невского. В парке Александра Невского мы традиционно задействуем площадки. В частности, это будет задействован плац. Здесь будут проходить спортивные соревнования «Мама, папа, я, спортивная семья». Также у нас будут представлены всевозможные спортивные игры, и теннис, и волейбол, и баскетбол. Будут для детей всевозможные площадки. Это будет площадка возле выставочного центра. Там, начиная от самых маленьких детей и до подростков, можно также будет найти для себя определенные развлечения. На площадке для питания будет представлена расширенная торговля. Для всех будет разнообразное меню. В центре внимания активный отдых. На повестке дня спорт и здоровый образ жизни. Поддерживать атмосферу праздника будут творческие коллективы города. Гала-концерт на большой сцене. Место встречи – парк Невского. Дата – 3 мая. Начало праздника в 15:00.